Чего вы говорите? На стволом показывает. На данный момент она как подкова, эта хуйня. Ничего, просто. Не, ну ясно, понятно. Но как вторица, подкова, подкова. Вы опять меня в заблуждение ввели. Я думал, блять, это вообще другая речка. Ну скидывай, пойди под водой остался. Сдох по-любому. Сдох по-любому. Привет какой-то, создает глаза, блин. Приходится щуриться. Мать его. Они это съедали или выбивали? Съедали или выбивали его? Шиповник. Малинник, шиповник. Съедали коровы или что? Или выбивали?
если здесь достать ее можно было, там вон дерево лежит. А она на дереве сидела другая, самка. Вот. И это палка, блядь. Палка. Он гоблин пошел. Вон там. Нету? Где? Ага. Блять, подождал. Хотел, чтобы он это... на этой стороне оказался. Сука. Да ебаный сучка. Ну-ка, дякую, дайте мне дробь. Дробь. Вы что, пулю мне дали? А-а-а. Это его на жопу торчит вам? Да, блядь, не могу вытащить теперь. Блядь, косичный что-то. Я же первый раз стрелял, скажи. Нет. Я не смог вытащить. Вон ту. Кого? А мне зачем? Мне сейчас надо вон дойти до туда как-то. Думаете? Ёбана в рот, она что, куляться будет? Сука. Ну-ка, здесь глубоко, нет? Блять, надо какую-то супер длинную жердину. Типа как вон там он лежит. А? Кого? Да ты зачем? Забирайте. Да к вам что, не нужно? А что с ней стало? Нормальные гильзы.
Я не знаю, не притворяюсь, он отдыхает. Ложись сюда. Блять, как мне достать его? Вон ту? Она же ее достала. Думаете? Ну сейчас подождем, пока он отплывет. Дальше-то он никуда не денется. Дальше тепленького. Давай, помогайся, да. Не пропадай, мяско. Мяско? Блять, уже набрал чуть-чуть. Ладно. Да там не набралось много. Хотя заебись, прям просочилось. Ну-ка, сейчас что? Да нихуя не хватит. Точно? Не хватит. Нет. Не хватит. Блядь. Сука, а? Вон туба, блядь. А может, да не потянешь. Там есть детки какие-то. Блядь. Надо вон жердины стоять, сука. Да за топором что идти? Я вон сейчас, блядь, вон ту вон сломаю нахуй. Вон стоит. Я ее сломал. Ее не оторвать. Кочка ёбаная. Да, сучок мешает. Ее чуть-чуть. Сейчас, стоп. Ага, давайте. Отпускайте. Вот, блядь, доставай. Убить-то, блядь, каждый сможет, блядь. А достать в тайге, блядь, без лодки, ёбаный насос. Да пиздец.
40 километров от дома, блядь. Подписывайтесь на канал Fisherman Hunter. И вы научитесь добывать гагарей. Держите. Потащите. Это вот я поднимаю рыбу. А он не живой. Ну-ка, Диаколь, скажите интервью по этому поводу. Двух штук. Ну, 54 рубля. Ну ладно, ну ничего, у меня тут на пол подушки. Ничего, да. Надо добыть. Ага, ну-ка теперь у меня интервью возьмите. Мясом и с пухом. Все там нормально. А? Короче, ебанул я по нему с семерки, блядь. Короче, чуть не ебанул. Сапог набрал, это называется утка Гоголь. Гоголь. Видите, у него головка зелененькая. Да. Обитает она в северных районах. Ага, вот видите. Ну как-то так, хули. Стрелял два раза. Надеюсь, вот эта вот хуйня записала это все дело. Видео с выстрелом я выложу на канал. Сверху будет вот тут вот подсказочка. Проходите, смотрите другие видосы. Давайте. А, сфоткать меня еще надо. Ну-ка, держите. Ой. Возьми. Вот на кругляшок нажмите просто. Да. Все пойдет. Мы говорили, не добьем. Да кому их уже распугали? И что, вы часто популяцию высчитываете гагалиную? И сколько вы за это время дупа отрабатываете? Ветка облегла. На Гоголя? Вот, блять, у Мишки бы интервью взять, это пиздец был бы огонь. Огонь, нахуй, 20-го калибра. Это не Гоголь у нас крякнул?
Шорохом он виляет точно с этим выстрелом. Вот где нас услышали.
даже в нем начал рассматривать глаза и зубы, блядь. Но это был бы даже килограмм на 65. Но... я думаю, там бифштейн бы не разобрался. Без хлеба бы не разобрался. Что-то я нахуй не припомню, когда у вас голова кружилась в строй в лодке. Когда вы тут раз пять раз стреляли и приезжаете, и колено на баллон, блядь, и под куртку. Голову засунь. Тварь. Это на видео видно, какой-то метик. Не хочу захуеть. Ты раз на. Я это видео смотрю, у него постоянно скулы болят. Пиздец вообще. А? Да мы, наверное, блядь, с холосты стреляли. Мокрый, блядь, а ноги мёрзли. А? Угу. Я нагретый ещё после этого прохода. Не набрал. Да какой толку мылить? Там, блядь, 6 минусов я напитал. Да там немного, чуть-чуть нашло и всё. Которого сегодня утром ходили. На кабаках ходили по березовым пням, сейчас дупу проверяли.
блядь, женщины себе будут. У кого, по-моему, по три бобра в день есть. Ебать, фартовый пацан. GPS, наверное. Может, трос ёбнул на макушку. Блять, в однокласснике сообщение не дам, мать. Я телефон схватил, позвонить и хуя, связь не имеет. Так как и появилось. Да. Не, наверное, правда снимать тебя надо, да? Не, реально надо идти. Ходить, да и все его. Хули мы будем под огнем, под костром нахуй спать, да? Мерзнуть только, блядь. А завтра с утра пораньше встанем. Че? Да пиздец, какая романтика нахуй с мокрыми ногами. Не, возможности этих есть, блядь. Это же не значит, что надо под воротами спать. Нет, дома-то это дома. Когда в лесу есть просто костер и есть избушка, и есть выбор между замороженными соплями. Будете бить? Это самец. Самец. Потом кидается просто. Сами. Всяко защищает. Почему молодняк выгоняют? Кусают их нахуй, все. Да хуй его там. У меня какая-то желтая. Это рядом, как уже второй год здесь торчит.